Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5 Winter Edition. Короче говоря, сегодня у нас будет необычная серия. Сегодня мы будем выполнять заказы Лестера. Заказы на убийство, которые нам будет выдавать Лестер. Можно грабануть магазинчик на самом деле. Давайте-ка, давайте попробуем это сделать ради прикола. Гони бабки сюда! Гони сюда бабки, я сказал. Ты я чисто для ради прикола придумал. Скорее, живее, пока я на курок не нажал. Скорее, быстро. Отлично. Вызовешь полицию, тебе хана. Ты вызвал полицию? Красавчик. Блин, валим отсюда нафиг, он полицию вызвал. Надо было в башку ему выстрелить, а не в спину. Ладно, погоняем. Хорошо, хоть звезда одна всего. Я, правда, не запомнил, сколько я бабок заработал на этом деле. В смысле, обокрал. Блин, у меня мама телефон забыла. Ладно. Ладно, давайте вернемся назад. Ну-ка, давайте зайдем. Там никого случаем не будет. Нет, магазин закрыт. Иногда бывает, что продавец сам с оружием на нас нападает. Та, сигарет Redwood, знаешь? Да, сигареты, на которых Америка вся держится. Они специально подобрали присяжных, чтобы те признали их. Короче, они подали 1000 людей, которые страдают от них. Компания Redwood подкупила 4. Они должны исчезнуть через пару часов. Судебное заседание назначено. Это все? Это большое дело? Ты живешь в большом доме? Проверни все быстро, и, быть может, получишь премию. Для этого дела советую взять какое-нибудь дальнобойное снаряжение. Франклин, ты поможешь 1000 людям, включая тех, кто обладает пакетом акций, например, Debonair Cigarettes. Вот тогда... Короче, надо за 9 минут все успеть. Несколько заданий от Лестера, короче, надо убивать людей. Убейте присяжного. Надеюсь, он не сильно далеко. Но не близко, судя по тому, что нам показывает навигатор. Один из них точно на пляже, я помню. О, видимо, на пляже вот. Видимо, туда мы сейчас и едем. Точно. Эй, ребята, расступитесь. Ох ты. Нарастил ты мышцы, я тебе хочу сказать. Бро, уходи отсюда. Это место только для качков. Да что ты говоришь? А как насчет стрелков? Откуда Лестер узнал, что я его загасил и прислал сообщение?
Куда полицию вызывать вздумал? Обалдел же? Капот еле-еле держится на машине. Тут офис доктора Фридлендера, кстати, надо, наверное, бы потом как-нибудь Майку сходить туда. Хотя пользы это никакой не дает, но тем не менее. О, он что, прям в море, что ли? О, у меня снайперская есть, это очень хорошо. Он прям на лодке, да? Отлично. Цель устранена. Западному Уэйнвуду и медицинский центр Экслипса. Искать грязные окна. У нас осталось около 6 минут. И надо успеть все сделать. Да, состояние машины мне не нравится. Но ничего не поделаешь. Можно было бы в эманацию заехать, но время терять сейчас нельзя. Блин, ну, теперь капота лишился. Ну, блин, это все из-за того, что тормозит все. И помял, кстати, сильно очень. Хотелось бы заехать в эту мастерскую, починить такую красивую тачку. Да ё-моё. Блин, времени у меня не так много остается. Многие не смогли это задание, кстати, пройти. Я тоже в том числе не смог, пока я в интернет не заглянул. Нужно убить вот этого вот на люльке стоящего. Опа. Блин, опять копы, да что ж такое? А, на байке? Вроде бы, да. Он далеко, кстати? Ну, приличненько, ладно, неважно. Ух, наконец-то отстали, блин. А вот и он. Вот и он. Ой,
Уезжает, зараза. Лестер, все готово. Все лежат. Отлично, буду на связи. Убийство 4 цели. Эй, пошел нафиг. 7000. На этом можно нехило заработать. Так. Блин, ехать. Путь не близкий, конечно, предстоит. Ну ладно. Сейчас вот эту поездку я обрежу. Чик-чик. Следующий заказ Лестера здесь. Блин, мне не до этого сейчас. Когда-нибудь слышал про Джексона Скиннера? Он глава отдела. Блин, мы походу разные журналы читаем. Этот козел схватил состояние. Продавая конфиденциальные данные всем... Он сдаст всех с потрохами. Ладно, я с тобой. Каков расклад? Надежных источников стало известно, что у него слабость к уличным девчонкам. Он часто навещает одну Лоу. Прийти, выследи ее, и она приведет. Я ушел все координаты и прицелюсь к акциям. Блин, какие слова сложные. Это даже прочитать иногда тяжело бывает. Куда ехать-то надо? Ну, ладно. Кажется, это она. Так. Надо отъехать подальше. Проститутка, да? Вот этот чувак, может, который идет. А хотя не, вряд ли. Может, этот, который подъехал. Нет, тоже не он. Вот этот. Тогда. Hey,
ликвидировать цель. Надо просто убить его, да? Братан, я стер эту программку. Отличная новость, скоро переговорим. Убийство панели. Тут еще несколько заданий будет. Блин, мне показалось ли, какой-то чувак ехал на такой же тачке, как у меня? А, вон та тачка желтая, которая там едет. Такая же тачка, как у Франклина, только задние фары другие. Кто не понравился на этот раз? Человек по имени Айзек Пенни, безжалостный капиталистический стервятник, собирается приобрести контрольный пакет акций компании Rip Motor Company. Пенни, он из породы миллиардеров же, мода, ездит на работу и домой на автобусе. Ты мог бы водить на крест... А, да, высадить этого козла там, где нужно. Отлично. Но на той месте я бы не стал покупать акции, попить до завершения сделки. А да, я и не собирался. Угнать автобус, видать, придется с этой тачки расстаться после этого. Печально. Ничего не поделаешь. Да ё-моё. О, отлично. Блин, мне грустно прощаться с этой машиной. Но такова суровая правда войны. Блин, как неудобно автобусом управлять. Извини, что опоздал. Сегодня мой первый день. Надеюсь, на дорогах нет пробок. Вчера я за 3 часа проехал только километр. Ничего себе. Как-то это очень странно. 1 километр за 3 часа? Ну это вообще жесть полная. Это невозможно. Это автобус стоять должен, что ли, всегда? И... метр в секунду, что ли? Что вы такие мрачные? Морда хоть разок улыбнется? Точнее, метр в минуту. Нет, или меньше даже, я не знаю. Как можно за 3 часа только километр проехать? Это вообще тогда надо не ехать. Залезай быстрее, мы опаздываем. Какой аппарат с монохромным оранжевым экраном. Не знаю, зачем он нужен. Вы опоздали. Очень опоздали. $1.50. Мистер Пенни, если не ошибаюсь. А знаете что, обойдусь.
Эй! А, впрочем, зачем я буду вылезать из автобуса? Внимание, пассажиры, держитесь за сиденье. Дай-ка сюда тачку. Быстрее. Как странно, что коп меня сейчас не увидел. О, я забыл прочитать от тети Франклина сообщение. Оно давно уже поступило. Как ты обращаешься со своей тетей? Франклин, ты не приходишь домой, я беспокоюсь. Я думала тебе позвонить, но ты же никогда не берешь трубку, так что я решила как-нибудь разузнать и выяснила, что ты не приходишь домой, потому что твой дом уже в Вайнвуд Хиллз. Другой дом. Именно там, где тебе не место. Мог бы зайти попрощаться? Ну, просто, чтобы ты знал. Сообщаю, что я была в пустыне на курсах инструкторов по упражнениям для диафрагмы таза. Я слишком... Была слаба тазу, но это уже в прошлом. Теперь я сильна, буду руководить. А ты слаб и не только как мужчина, но и как человек. Ты теряешь себя, и мне это не нравится. Ты никого не уважаешь. Что если я хочу организовать дом от Центра искусств для женщин? Что если я захочу устроить там занятия для диафрагмы таза? Ты совсем не думаешь о других. Но я всегда говорила, в канаве родился, в канаве ты сдохнешь. Это я про тебя, мальчик. Я любила сестру, но сколько она совершила ошибок, когда родила тебя. Теперь прошу прощения, мне нужно испытать чувство безграничной любви. Дорогая тетушка, не делай ничего с дома, ведь половина его принадлежит мне. Никаких классов, никаких занятий для таза. И перестань ругать мою маму. В жизни она страшно ошибалась, только однажды, когда приютила тебя. Удачи с диафрагмой таза. Все говорят, что... Диафрагмой таза, господи. Чё я как читаю, бля? Все говорят, что у тебя слишком широко, а все потому, что в юности, когда ты сбежала из дома, у тебя не было слишком много мужиков. Не болей и держись от меня подальше. Не нравится мне тетя, это, конечно, Франклин сильно недолюбливает его, да еще и в одной из миссий она даже подразнила Франклина, напомнив о Танише, бывшей девушке Франклина. Ладно, заказы от Лестера не поступают больше, наверное, это все, хотя, по-моему, нет, по-моему, мне казалось, что были еще. Но, может, я ошибаюсь. Ладно, на этом мы тогда закончим, раз уж на то пошло дело. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк, господи. Все с меня и печень видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.